Привет, друзья! Что будет, если маленькую песчинку, крошку разогнать до гигантских скоростей? Скорости, можно сказать, приближенной скорости света. Ну, мы тут посмотрим. Если столкнуть с Землей, упадет на Землю с гигантской скоростью, что станет с Землей? Вообще, как повлияет это столкновение? Вроде крошечная будет у нас. Небольшой объект, крошечный. Приступим. Я возьму астероид, уменьшу его до приличных таких размеров. Вот сюда куда-нибудь его сейчас врежу. Вот так я взял астероид. Немного приблизим, чтобы траектория полета у нас тут не сбивалась. Вот так, я думаю, будет достаточно. Также надо время все убрать, чтобы ничего не случилось случайно тут. Катастрофа. Все, я тут все время поубрал. Берем и уменьшаем очень до мелких размеров. Просто будет песчиночка у нас тут маленькая. Не километр, а 1 сантиметр сделаем. Один сантиметр песчинка у нас. Вот, чтобы вы видели, что это реально песчинка сейчас. Но эта песчинка полетит с гигантской скоростью. Вот так где-то сделаем, наверное. Вот так, 1 сантиметр с копейками. Я, честно, не представляю, что выйдет из этого. Я вообще не представляю, увидим ли мы вообще что-то. Так. Ну, разгоняем. Это разгоним до 100 тысяч с лишним километров в секунду. Включаю. Смотрим, что выйдет. Двигается наша песчинка. Бух, упала. Упала. Вау! Ничего себе, 1 сантиметр. Ух ты. Обалдеть, конечно. Ух ты, там, смотрите, сзади. Йо, вот это красотень. Песчинка 1 сантиметр. Что сделала? Вау, ядерная волна пошла в планете, гигантская просто. Вау, вот это да, не ожидал, что так выйдет. Настолько песчинка, что упадет, просто такое сделает. Сейчас мы размотаем. Смотрю, может, кратер какой-нибудь есть там. Да. Слишком коллапса прям не случилось, но эффективно так смотрелось, конечно. 1 сантиметра песчинку.
Ну, кратера я не особо не наблюдаю, конечно. Чтоб прям какой-то колоссальный тут был кратер. Так. Теперь мы объект увеличим до 5 где-то метров. 5 метров, но это по космическим меркам вообще незначительно. Такие астероиды сгорают просто в атмосферах. Но мы сделаем так, что будет очень, очень, очень невероятно просто. Что навряд ли он сгорит, учитывая колоссальную скорость просто. Так, мы видим, 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 видим. Вот так где-то останавливаем. Я так делаю, чтобы траектория не сбилась астероида. Когда он далеко. Вот наш астероид. Песчинка чё как повлияла, конечно. Очень интересно. Так, мы берем быстренько радиус. И до 5 метров делаю я. Что станет, если 5 метров будет уже? Вот в чем интерес. Ну, приближенно где-то 5. Ну, так. 5 с небольшим пускай будет у нас. Вот он наш астероид. 5 с небольшим метров. Так, и разгоняем до огромных скоростей. Я, наверное, где-то сделаю в этот раз 200 тысяч километров в секунду. По чуть-чуть прибавляю. 200 тысяч с лишним километров в секунду. Вау-вау-вау. Я не представляю, что из этого выйдет. Но наша песчинка, если туда влетит, это будет катастрофа в какой-то степени. Упала. 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 Ну как песчинка? Почти с одноэтажный дом. Упала. Вон ядерная. Взрыв пошел квадратом. Почему-то не как 1 сантиметр был исход. Вау. 5 метров. А что творит? 5-метровый. Все? Все. Будут ли изменения на поверхности? Ну, колоссально я не вижу. Мы все по одному континенту шарахаем. Сталкиваем. Ну, тут просто видно. Все видать будет очень тщательно. Ну что, мы подойдем к исходу уже, эксперимент. Возьмем объект. Более массивный объект возьмем. Ну, примерно я сейчас посмотрю, какой взять. Так, астероид наш. Сам астероид. Наверное, 19 километров. Ну, давайте сделаем поменьше. Слишком большой. Я сделаю где-то со скоростью света приближенный уже запущу, посмотрим. Так, метров. Давайте где-то 100 метров.
Вот так 100 метров будет у нас объект. И лететь он будет. Ой-ой-ой. Не 100 тысяч километров, не 200 тысяч километров в секунду, а будет лететь просто. Вау, вот это да. Фух. Вот это да. Гигантская скорость просто. Вау. Это уничтожение планеты просто. По сути, астероид-то не такой уж большой. Ну, в какой-то степени, конечно. Но это уничтожение планеты. Полное просто уничтожение. Астероид с просто с колоссальной скоростью, нереальной просто скоростью, уничтожил Землю. Ё-моё, а кратер-то смотрите какой. Кратер-то какой, смотрите. Все, жизни нету на Земле. Внешний вид просто поменялся. Сейчас раскручу еще быстрее. Не, орбита не сбилась, кстати. Я думал, орбита сбилась. Так вот у нас коллапс на Земле произошел. Я сам нажал, так быстро все произошло. Мгновение просто. Земля у нас уничтожилась. Так вот у нас ужасные эксперименты. Ну, будем заканчивать на этом. Если понравилась такая тема, продолжу. С Землей, кстати, можно еще размер еще меньше, чем я вот последний столкнул объект. Просто сделать гигантскую скорость, да, объект. Ну, я не знаю, 50 метров это много. Метров 20. Посмотреть, но это не совсем гигантский по меркам объект. Метров 20. Можно где-то сделать. А мы будем заканчивать. Спасибо за просмотр. Надеюсь, вам понравилось. Увидимся уже скоро. И услышимся. Продолжаем экспериментировать. Всем здоровья, всем пока.